Генеральный директор телеканала «Алматы» Нуржан Мухамеджанова избрана членом Академии журналистики Казахстана. Сегодня заслуженного деятеля наградили за выдающиеся заслуги в области журналистики. Нагрудный знак и диплом академика вручил президент Академии журналистики Сагымбай Кузыбаев при участии общественных деятелей и представителей журналистского сообщества. Выборы в академике очень достойного человека. Сегодня как-то по-особенному я ощутил то, что это, извините, это умный человек. Понимаете, вот такая, глаза многое выдают, глаза о многом говорят. В Академии и Академии журналистики принята одна из лучших журналисток Казахстана Нуржан Мухамеджанова. Это человек, обладающий не только большущим профессиональным опытом, это человек, обладающий широкой душой, это человек, обладающий самыми лучшими человеческими качествами. Презентация будет 28. Свой трудовой путь Нуржан Мухамеджанова начинала с должности редактора детских и молодежных программ на казахском радио. В разные годы работала в пресс-службе президента, возглавляла международную организацию Internews Network. В нашей стране 31-й канал и республиканскую телерадиокорпорацию «Казахстан».